пытался разобраться сама в себе. Я не знаю, что, почему я такой стала. Я не понимаю. Привет. Привет. Как зовут? Меня зовут Лена. Леночка, ну, добро пожаловать на программу «Перезагрузка». Угу. Хочется узнать, что тебя привело к нам. Ой, привело меня сюда то, что я стала в последнее время очень злая, агрессивная. Я обижаю своего мужа. Ты замужем? Да, я замужем. Угу. Сколько тебе лет? Мне 20. Вот у меня есть дочь. Да, ой, как маленькая. Прекрасно. Вот, хотелось бы измениться. А что ты обижаешь своего мужа? Я не знаю, я стала слишком раздражительной. Я просто раздражаюсь из-за бардака. Я не люблю бардак. Угу. Я ругаюсь из-за того, что он устраивает этот бардак. Помимо этого, что еще тебя... Как у вас вообще протекает жизнь? Все скучно. Каждый день сурка, одно и то же. А ты сама как-то пытаешься вообще сделать что-то, чтобы жизнь была яркой? И сначала я сняла свою внешность, чтобы куда-то выходить. Я начала худеть. Я похудела на 30 килограмм. Начала покупать яркие вещи. Молодец. Вот, платье. Но, выходя в этих вещах, я смотрю на людей. Они смотрят на меня не с восторгом. Почему у тебя слезы на глазах? Ну, потому что все грустно. Но ты веришь в то, что может быть все хорошо, да, или нет? Верю. Слушай, ну, действительно, проблем предостаточно, поэтому, прежде всего, конечно, работа с психологом, с нашим, да, с Андреем. Mm-hmm. Я думаю, что тебе есть что ему рассказать. Да. Ладно, будем работать. Все, mm-hmm. спасибо, спасибо большое. У нас сегодня Елена. Такая молоденькая девочка, 20-летняя, очень приятная. Очень интересное лицо у нее, мне кажется. Угу. Да? Необычное. Оно типично русское, в то же время, может быть, немножко неухоженное. Но в целом она приятная. Но она очень, благодаря таким чертам, будет очень круто в кадре, да, смотреться. Фигурка на финале. Хорошенькая. В общем, финал мы обещаем крутой. Да, очень. Давайте до финала пока успеем еще дойти. История в том, что Лена, несмотря на то, что она выглядит такой милой, с косой девушкой, да, но на самом деле очень агрессивный человек. То есть это тихий омут. Да, ругается постоянно. Постоянно со своим мужем, кричит на всех подряд. Она прям вот такой тиран в своей семье. Из-за этого все беды, потому что с мужем секса нет. Как она говорит, ей этого и не надо. Она его затиранила просто. Да, и она прям такая агрессивная, очень переживает, что она будет, когда ребенок вырастет, срываться и на ребенке. Она сама дает такую себе оценку, что я агрессивная, да? Ну, конечно, она пришла, это все в открытую рассказала. Но это уже полбеды, Андрей, мне кажется. Она... Так, может быть, в этом как раз и главная беда. Смотрите, человек осознает, что он делает, да, mm-hmm. что он агрессивный. Что мешает от этого отказаться? Что-то мешает, что? И вот надо выяснить это, что именно. Мы же не знаем ее мужа. Может быть, он какой-нибудь подкаблучник, да? Может, вот, да? Может, она и выбрала себе такого мужика, где ей приходится быть... Не женщины в отношении, а тираном. Это такое же тоже бывает. Конечно, мы знаем о том, и она это сама тебе сказала, что она также орет на свою маму, угу. которая, в общем, ей дала жизнь. Ведь иногда бывает, что человек не может, а иногда бывает, что он просто не хочет. Но сейчас нам конкретно нужно, да, вот как-то попытаться... Что-то попытаться, с этим сделать. Да, нужно, что-то, да, с этим сделать. Ну, что мне нравится, что она хочет с этим бороться. Она пришла с этим запросом, да, потому что она справиться с этим сама не может, но она хочет это изменить. А с нашей стороны мы можем только надеяться на то, что красота спасет не только глобальный мир, но и покой в их семье. Потом у нее дочка все-таки, да, растет. Я бы не хотела, чтобы ее ребенок, да, видел вот такую вот маму. Уж если и она тоже выбрала этот будущем, сценарий, да. Не дай бог, будет поднимать еще на свою дочь руку, это вообще будет вдвойне ужасно. Поэтому надо как-то помочь спасти эту семью. И слава богу, что она пришла к нам на программу, значит, она эту проблему чувствует, значит, она ее видит, значит, самое главное, она ее обозначила и хочет как-то с ней бороться. И давайте внешне ей в этом поможем. И внешне ее можно преобразить, сделать ее более мягкой, более женственной. Мне может кажется, быть, это тоже, да, будет таким толчком, да, к тому, чтобы не надо перестать быть, угу, таким тираном и мужиком перестать. Ну все, замечательно, пойдемте работать. И пушистый, и пушистый. Ура! Я пришла сюда, чтобы измениться, потому что я стала в последнее время агрессивная, злая, я обижаю своих близких, я просто боюсь всех потерять. Так вообще она добрая, ну, иногда очень нервничает, особенно в последнее время. Может просто это, так, психануть, там что-нибудь хлопнуть, уйти, может заплакать, вот, может покричать. Больше я ругаюсь на мужа. Меня раздражает все, что он делает, абсолютно. Я даже сомневаюсь в том, что нужен мне этот человек.
Ну, не видно ни любви, ничего, ни уважения. Я постоянно кричу, я постоянно выгоняю мужа из дома. Просто за то, что он пришел с работы и не сел поиграть с ребенком, а сел поиграть за компьютером. У нас папа агрессивный человек, он всегда на семью орал, нас бил. Я не он, наверное, похоже. Он, опять же, из-за элементарных вещей ругался с нами. Из-за грязной посуды, из-за бумажки, не там лежащие. Мне было стыдно за то, что он мой отец. Мама иногда, когда вот сильно ругаемся, мама иногда может сказать: «Вы и ты отец». Так. Я не хочу быть на него похожа. Я боюсь ругаться на свою дочь, потому что я буду в дальнейшем ее ругать, я этого и боюсь. Я пыталась разобраться сама в себе, я не знаю, почему я так пристала, я не понимаю. Хочу какого-то спокойствия, не хочу больше ругаться ни с кем. Далее в программе. Это не платье вообще, и девушка в нем не девушка. Скажи, ну что ты уже будешь готов выкинуть сегодня? Вот это. Ура! И он тебе испортил детство? Мне, в общем, не разрешалось радоваться, так сказать. Раньше я часто ходила к стоматологам, но так как у меня маленький ребенок, сейчас я хожу к ним редко. Поэтому у меня плохие зубы, и хотелось бы, чтобы здесь мне помогли. Елена, что вас не устраивает в вашей улыбке? Мне не нравится то, что у меня слишком желтые зубы и кривые, и маленькие. Хорошо, давайте посмотрим. Открывайте, пожалуйста. Так, понятно, закрывайте. Так, ну что, действительно, очень много старых пломб, их все нужно менять. Действительно, зубы немного короткие, маленькие. Чтобы улыбка была яркой, голливудской, нужно их немного удлинить. Мы их удлиним не только вниз, да, но и немного вверх. То есть нужно будет подровнять десну. У нас есть специальный инструмент, лазер, с помощью которого мы немного контурируем и подправим этот контур. Хорошо? Ну, и я боюсь, что они не будут слишком длинными. А чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно сделать компьютерное моделирование. Хорошо? Я сделаю фотографии, обработаю на компьютере, и мы увидим результат. Обалдеть! Ну что, нравится? Да, очень красиво. Ну, как вы видите, зубы не выглядят слишком длинными, как у кролика. Они очень гармонично вписываются в улыбку. Вообще красиво. Нравится? Да. Смотрите, мы еще сделали рентгеновский снимок, и на нем обнаружили, что один зуб у вас сильно разрушен. Угу. Есть уже перелом корня, и поэтому его придется удалять. Но для того, чтобы вы не ходили без зуба, мы сразу же установим имплантат, на него сразу зафиксируем временную коронку, и вы уйдете действительно вот с такой голливудской улыбкой. Отлично. А через 2-3 месяца мы вам поставим вместо временной коронки постоянную, и вы уже сможете полноценно жевать, улыбаться и так далее. Хорошо, ну что, приступим? Да. Давайте. Привет. Привет, меня зовут Юра. Лена. Я буду заниматься твоим лицом. Юрий Столяров, звездный визажист. Скажи, пожалуйста, тебе бы хотелось что-то изменить в себе? Да, мне хотелось бы изменить губы. Угу. Они смотрят, во-первых, вниз, во-вторых, слишком маленькие. Ну, скажем так, честно, губы не слишком маленькие. Да, нормально. Мне кажется, вполне, но проблема скорее в том, что опущены уголки, также немножко опущены уголки глаз, немножко опущены уголки бровей. Но все это можно исправить. Поэтому пойдем знакомиться с врачом-косметологом. Лена, знакомься, пожалуйста, Макс Адам Шерер. Это врач-косметолог, который займется твоей внешностью. Прежде всего, мне кажется, и ты мне об этом говорила, что ты бы хотела немножко увеличить объем губ. Угу. Лена, очень хорошая кожа. Однако при улыбке я вижу формирование морщинок улыбки. Так. Я бы вместе с коррекцией губ, а здесь я придал такую аппетитную припухлость. Ну, деликатную. Да, деликатную. Я бы одновременно
убрал вот эти морщинки улыбки и направил уголок вверх. Здесь не только уголок губ падает вниз, но и уголок глаз тоже опускается вниз. Да, а Леночка, она еще умело подчеркивает этот опущенный уголок при помощи карандашка. Но об этом мы с ней поговорим позже на финальной студии. А сейчас мне кажется, что и опущенный уголок глаз ты тоже в состоянии немножечко подправить, правда? Да. Используем нитевые технологии для поднятия линий бровей. И специальная пружинка. Как раз от уголка рта. Угу. Таким образом, что уголок у нас всегда смотрит вверх. Ну что, я вас оставляю наедине. Мы увидимся чуть позже. Уголок глаза, который смотрит вниз. Линия бровей, которая смотрит вниз. Уголок рта, который тоже направлен вниз. Сегодня мы добиваемся эффекта раскрытия уголка брови, поднятия уголка губ при помощи нитей, которые цепляют уголок. Таким образом, чтобы лицо выглядело гармоничным, мы приподнимаем уголки губ, уголки бровей и уголки глаз. Лена, привет. Привет. Меня зовут Катя Веселкова. Очень приятно. Я стилист перезагрузки. Екатерина Веселкова. Московская модница. Ты готова? Готова. Поехали. Ну, рассказывай, в чем ты ходишь, какой твой стиль, как сама? В основном в джинсах, кофточки, футболочки. Ну, если я куда-то хожу, я могу там надеть платье. Вот, просто. Давай на этом остановимся. Расскажи, в чем бы ты пошла в кафе, в чем ты ходила в кафе? Вообще, вот в этом платье, он такой уже затасканный, я его так часто носила. Слушай, ну затаскала ты его изрядно. Скажи, пожалуйста, а чем оно тебе нравится? Мне кажется, просто оно мне идет, и я в нем, ну, встроенная, что ли. Давай, ты его будешь надевать, возвращайся, и мы решим. Я тебя жду. Вот, как-то так. Такая красивая Лена у меня, такая вообще прекрасная фигура, ноги прекрасные, лицо замечательное. А что с платьем такая проблема? Не знаю, мне нравится. До сих пор нравится? Ну, да. Но платье ужасное. Может быть, когда-то оно было новым, хоть и безвкусным, но платье, у которого уже разошлись швы, у которого дырки, у которого катышки, которое вообще все в каких-то вот хочется тебя очистить, подойти, это не платье вообще. И девушка в нем не девушка. У тебя какие-то пайетки здесь делят вообще твою фигуру, тут же приставное какое-то горло, выточки, которые вообще должны подчеркивать грудь, они тебе грудь подчеркнули, тут же не видна ни талия, ничего, ты рукой так талию обозначаешь, я понимаю, что она где-то есть. Но если ты руку уберешь, непонятная, просто бесформенная линеечка будет. Зачем тебе это нужно? Наверное, не нужно, получается. Получается, что не нужно. Так, значит, с платьем будем расставаться. А что вот это за произведение искусства? В этом я гуляю с ребенком. Это какой свитер? Как ты его охарактеризуешь? Он какой? Наверное, он спортивный, да? Ну да, спортивный. Но в нем навертели Лен всего от души. Он, несмотря на свой яркий цвет, еще и в полоску в черную. Еще помимо этой полоски здесь и серебристый люрекс. Ну, про катышки я молчу, это ты уже доработала его так. При этом этот спортивный кофта почему-то с романтическими овальными фестонами. Как будто бы это нежное романтическое платье с выпускного вот в такие фестончики в виде цветочка. При этом показалось художнику мало, еще и карманы, еще их засборили, завязочки пришили, планочки, пуговки от мундира. Красота! Очень удобно, страшно, никто близко не подойдет, подойдет, испугается. Это вы хотела? Наверное. Наверное? Давай, давай, мы тоже испугаемся, пожалеем тебя, скажем, Лена, сними это безобразие, с чем ты это носишь? Ну, с джинсами. С джинсами, возвращайся, приходи. Угу.
Ну что, я уже все про это рассказала. Ты со мной согласна? Я уже согласна. Да. Ты согласна. Ну что, давай посмотрим, что есть у тебя еще. Знаешь, пока ты уходила, я посмотрела и пришла к выводу, что какой-то у тебя очень-очень скучный гардероб. То есть даже если не доставать и не придираться, ты видишь какие-то одинаковые вещи. Три одинаковые блузки, какие-то серые, черные, блеклые кофточки, юбочки и платьица. Вот твоя дочка растет и видит маму в какой-то вот такой вот грязно-фиолетовой толстовке, в такой вот серой толстовке. Давай померим самые вопиющие из того, что здесь есть. Вот эту вот блузку. С чем ты ее носишь? С брюками, с этими. Отлично. Возвращайся. Когда у тебя такой сиротский вид, мне даже не хочется тебя ругать и критиковать, потому что хочется тебя пожалеть. Но мне кажется, что девушка не должна вызывать таких эмоций, она должна вызывать восхищение, она должна поражать с первого взгляда, а ты стоишь в такой вот блузке, которая достаточно так пошло, неприлично блестит. И вообще все у нее нелепо. Вот эти лишние детали, вот эти шлевки для пояса, кармашки. На кармашках еще какие-то лишние вот эти совершенно драпировочки, черные пуговицы, швы, которые сделаны неаккуратно, да, ниточки, которые торчат из петелек. Ну и, конечно, все это довершает совершенно ужасный латексный блестящий пояс, который тоже здесь ни к чему. Брюки, которые совершенно по-дурацки сидят, заминаются вот здесь. Посмотри, мне кажется, они тебе велики на размер. Ну, в общем, все плохо. Скажи, ну что ты уже будешь готов выкинуть сегодня? Вот это. Ура! Это а еще? Платье, эту кофту, эту кофту. Так, давай, не останавливайся. Эти бриджи. Бриджи. Слушай, я совсем про них забыла. Это бриджи Карлсона или бриджи Моллера. Укороченные, с твоими прекрасными ногами. Зачем тебе укорачивать? Какие-то вот эти дурацкая отделка совершенно ненужная. Просто вот на стремянке с красками красим потолок и все. Больше они ни для чего тебе не нужны. Так, еще. Ну, вот эту давай. Кофту. Ай! Как ты меня сейчас порадовала своим послушанием. Мне так приятно, что ты веришь в меня, что ты, самое главное, веришь в себя. И то, что ты готова это выбросить, еще даже не знаю, что тебя ждет, это просто вообще невероятных 10 шагов вперед к тому, какой ты будешь красоткой. Ну что, тогда до встречи в магазине. До встречи. Лена, здравствуй. Здравствуйте. Андрей Кухаренко, психолог. Что бы ты хотела улучшить в своем характере? Я хотела бы избавиться от злости, раздражительности, агрессии. Ну, избавиться на 100% от злости, раздражительности и агрессии невозможно. Это чувство, которое свойственно человеку. Возможно, немножко уменьшить их но уровень. Но я хотела бы относиться проще ко всему. А скажи конкретно, к чему? Вот часто на меня реагируешь нормально. Нормально же? Конечно. Не орешь? Нет. Вот нет. Ручку не схватила, в глаз мне не воткнула. То есть можешь себя сдержать, правильно? Да, я могу, но по отношению, например, к мужу этого не могу. И как часто ты на него срываешься? Каждый день и не по одному разу. И что тебе это дает? Ничего. Подожди, а в том случае, если ты на него каждый день срываешься, значит, ты получаешь какие-то результаты. Ну, быть такого не может, если это ничего не приносит. Я получаю лишь что скандал и выгоняю своего мужа, и остаюсь одна. Вот что я получаю. А, то есть ты хочешь его выгнать и остаться одной, правильно? Не знаю. Я не понимаю, что мне нужно. Судя по тому, что ты его выгоняешь, ты хочешь остаться одна. Скорее всего, нет. Тогда, может быть, тебя сильно радует момент его возвращения? Да, меня радует, когда он возвращает. Тогда получается, что тебе в жизни не хватает радости, и ты ее научилась получать таким возвращенным способом? Наверное. Скорее всего, так. Лена, когда ты себе запретила радоваться? Да как-то у меня вообще всю жизнь мало радости было. С чем это связано? Ну, просто наш папа – человек-тиран. И он тебе испортил детство? Этот человек не давал ничего. Говорил так, угу, что мы не люди. Я. Мне не разрешалось что-либо делать. Даже заходить на какие-то кружки. Мне, в общем, не разрешалось радоваться, так скажем.
Скажи, а что такого вдруг произошло, что ты решила, что радость нужно получать таким извращенным способом? Ну, потому что в нашей семье ничего не происходит, никаких эмоций. Все скучно, поэтому, наверное, мне хочется каких-то эмоций. А муж у тебя спокойный человек? Да. Скажи, пожалуйста, еще, а как долго ты вот практикуешь такой интересный способ получения радости? Наорать, выгнать, дождаться, порадоваться. Наорать, выгнать, дождаться, порадоваться. Как долго это? Ну, с мужем я 3 года, и 3 все года. Это время, да. Послушай, я тебе предлагаю выработать механизм, используя который ты смогла бы как-то снизить уровень агрессии и злобы, которые ты выливаешь на супруга. Как думаешь, тебе важно такой механизм приобрести? Думаю, да. Мы с тобой встретимся на эксперименте и вместе выработаем этот механизм, который ты потом сможешь использовать в отношении с супругом. Готова? Да, готова. Из разговора с Леной стало понятно, что на данный момент Лене очень важен инструмент, который бы помог сохранить семью. Поэтому и возникла идея написать инструкцию по обращению с Леной, когда она зла. Давай другим цветом напиши, пожалуйста, предназначено для... Когда вот супруга? Роман. Для любимого мужа Романа. Что бы ты хотела донести первым пунктом до Романа? Ну, я бы хотела, когда я злая, чтобы он просто свалил сам. Чтобы я не продолжала. Просто если он начинает со мной разговаривать в тот момент, когда я на него кричу, я еще сильнее начинаю раздражаться. Скажи, вот эта агрессия к Роману какое-то отношение имеет? Ну, не всегда. Давай, напиши, пожалуйста. Роман, моя агрессия к тебе не имеет никакого отношения. А если агрессия к нему никакого отношения не имеет, тогда кому она имеет отношение? Ко мне. Да. Моя агрессия имеет отношение только ко мне. Это моя трудность. Я Лену немножко корректировал, с чем-то со мной Лена соглашалась, с чем-то не соглашалась. И все эти 9 пунктов, они об одном. Это крик Лениной души к Роману. Услышь меня, а я не знаю, как до тебя достучаться. Далее в программе. Ну, понимаете, что это вообще пошло? Нет. На тебя, на вяленую воблу, никто обращать внимания не будет. Настоящая рок-звезда. Есть такое ощущение? Есть. Ранее в программе. На самом деле очень агрессивный человек. Если это тихий ум. Больше я ругаюсь на мужа. Меня раздражает все, что он делает. Она прям вот такой тиран. Лене очень важен инструмент, который бы помог сохранить семью. Что бы ты хотела донести первым пунктом до Романа? Как считаешь, когда такой документ будет в руках у Романа, как, возможно, его реакция изменится? Мне кажется, он будет стараться больше внимания мне уделять, но, опять же, как это всегда было, ненадолго. Написать инструкцию – это полдела. Важно донести до партнера, до Романа, таким образом, чтобы Роман ее услышал. У меня была идея предложить Лене облачиться в довольно такое откровенное нижнее белье, чтобы Лена смогла почувствовать свою сексуальность, которую бы потом продемонстрировала супругу. Тут есть разные фасоны. Возможно, тебе какой-то понравится. Ты, пожалуйста, посмотри. Если никакой не понравится, ты скажи. Хорошо? Что за жесть, блин? Где? Тут ничего металлического нет. Лен, а что для тебя тут неприемлемо? У меня такое ощущение, что вы не дружите все тут с головой. Ну, понимаете, что это вообще пошло? Нет. А как ты хочешь до супруга донести вот эту важную инструкцию? А почему здесь вообще никакой связи нет? Подожди. Сейчас задача попрактиковаться, как презентовать эту инструкцию. Тебе важно будет подвигаться, тебе важно поработать с интонациями, с мимикой. Ты можешь вот это одеть поверх... Не хочу. Чего не хочешь? Одевать это.
Хорошо, не одевай. Важно, чтобы ты все равно попрактиковалась. Иначе, знаешь, холодная бумага так и останется холодной бумагой. Экспериментируй. Предположи, что он сидит на стуле. Ну ладно. Включайся, включайся. Давай. Угу. Ну, привет. Вот я приехала с инструкцией. Хотела бы, чтобы ты выслушал меня. Послушай разницу. Я приехала с инструкцией. Это просто потрясающий инструмент, который, применив который, возможно, мы изменим нашу жизнь. Действуй. Я приехала с инструкцией. А как дальше? Послушай, ты не бешеная селедка, ты сексуальная женщина. Сначала интонации у Лены были чрезвычайно жесткие, давящие, даже обвинительные. На самом деле моя агрессия никакого отношения к тебе не имеет. Это вообще моя трудность, ты здесь вообще ни при чем. Я выгоняю тебя для того, чтобы получить радость, чтобы ты вернулся. После того, как мы поработали с голосом, с интонациями, я предложил Лене все-таки подвигаться. Меняй позицию. Угу. Теперь меняй, не стой. Меняй. Меня бесит, когда ты молчишь, когда я ору на тебя. И поцелую его в макушку в это время. Ладно. Мне важно, чтобы ты со мной разговаривал. Я хочу, чтобы ты обращал на меня внимание. Я хочу, чтобы ты обращал на меня. Не на меня, да. На тебя, на вяленую воблу, никто обращать внимания не будет. Пока ты в собственное вяленое тело не вздохнешь энергию. Поняла? Угу. Поэтому на меня скажи, пожалуйста, с большой долей нежности. Я кричу на тебя, чтобы ты обратил на меня внимание. Двигайся, тебе важно двигаться. Я просто не знаю, как до тебя достучаться. Я выгоняю тебя от бессилия, и я хочу, чтобы ты меня понимал. И тут, возможно, контрольный поцелуй в щеку. А я бы села на коленочки. Садись. Я не хочу, чтобы ты уходил, но если ты ушел, я хочу, чтобы ты скорее вернулся, потому что я жду тебя. И вообще, я люблю тебя. Ну и то, что получилось, вы видели сами. Для Лены, хочу сказать, на данный момент, по моим ощущениям, это 200%. Полегчало. А где тебе полегчало-то? Везде. Сердце слегло, что ли. Я тебе рекомендую этот прекрасный документ почаще использовать и оттаивай, девушка, оттаивай. Кому-то покажется, что это все ерунда полная, что она там по-прежнему все заморожена, отморожена или холодная. Нет. То, что было 2 недели назад и сейчас, это практически 2 совершенно разные Лены. Новый гардероб. Что у тебя, Киева, первое ощущение? Ну, первое я увидела прям сразу вот это. Испугалась. Испугалась, да, так. Что так... еще страшное тебя здесь напугало? Ну, пока вроде бы ничего. Ну, во-первых, я тебя поздравляю. Мы тебе собрали не просто, скажем так, базовый гардероб из тех вещей, которые должны быть у каждой девочки. Мы тебе его сделали чуть более смелым. Потому что с такой фигурой прекрасной, замечательной, как у тебя, мне хотелось тебе показать еще больше возможностей, чем просто, там, скажем, стандартные брюки, блузки, пиджаки, юбочки, которые должны быть у каждой девочки. Вот, у тебя появляется теперь, наконец-то, правильный джемпер. Он яркий, да? Его можно носить и с брюками, его можно носить с длинной юбкой в пол. У тебя появился пугающий тебя леопард. У тебя появилась теперь еще вот такой невероятный сет для походов в кафе вместо твоего синего платья. Еще у тебя, смотри, что есть. Какой спортивный бомбер. Его мы будем надевать, вот угадай, с чем? Не знаю, может быть, с этими брюками, с этими джинсами. Вот видишь, ты начинаешь мыслить стандартно. У тебя срабатывает, что раз это бомбер спортивный, то мы его будем надевать с брюками. Ты показала вот эти черные, ты показала вот эти красные. Это правильно, но до этого ты додумалась сама. А мы с тобой будем его носить, знаешь как, с вот такой вот блузкой. Тонкой, шифоновой, украшенной камнями. И не с брюками, а с юбкой. Я не представляю. Приходи, я тебе покажу, как это выглядит. И расскажу тебе, почему это так.
тебя еще будут вот такие ботиночки. И давай это попробуем померить еще и с гольфиками. Все, я тебя жду. Ну как тебе? Ну, вообще непонятно. Я никогда в жизни даже на такое не посмотрела, но мне реально нравится. Вот это самое главное, что тебе реально нравится. Давай я тебе расскажу, почему так надо носить. На самом деле сейчас мода велит, и все модные журналы, все подиумы говорят о том, что нужно смешивать не только фактуры, а модно уже соединять между собой стили. То есть у тебя спортивный стиль бомпер, абсолютно такой с резинками, с принтом, из такой вот ткани, которая с начесом такая теплая, да? При этом у тебя абсолютно женственный силуэт юбки, такой ты как красная шапочка. Но что самое главное, да, что здесь самое смелое, это то, что у тебя шифоновая прозрачная блузка, более того, она с камнями, и она соединена у тебя со спортивной курткой. Вот этого совершенно не надо бояться. Давай теперь я покажу тебе другой комплект. А, ты выбросила уже, ты мне сказала, да, свой, да, красный выбросил джемпер. Я не могла тебя без джемпера оставить, понимаешь? Поэтому теперь у тебя появляется вот такой джемпер. Яркий, сочный, фиолетовый, смешанный с синим, такой электрический цвет. Здесь появляется яркий принт с пайетками. И юбка в пол, такого бордо-вильного цвета. Посмотри, как они красиво сочетаются. Любые королевские цвета всегда сочетаются между собой. Это зеленый, вишневый, красный, синий. То есть, если ты будешь думать, что сочетается вот эти четыре благородных цвета, можно миксовать как угодно, как, например, вот здесь у нас с тобой сейчас. Ну что, вперед! Ну, что ты скажешь? Я в восторге. У тебя были когда-нибудь юбки в пол? Нет. Почему? Не знаю, я как-то думала, что мне это не идет. Вот именно таким девушкам, как ты, у которых высокий рост, стройная такая фигура, как у тебя, у кого нет животика и нет лишних бедер, можно позволить себе носить юбки в пол. Почему именно такой джемпер именно сюда? Когда ты носишь юбки в пол, ты можешь себе позволить немножко такой объемный свитер, да? У него такой ворот-лодочка, который может немножко съезжать там на одно плечо, что как раз очень позволительно с такой юбкой в пол. Немножко такой создается легкий, немножко небрежный, может быть, вид, но он такой вид выходного дня, когда ты взяла сумочку, надела балеточки или вот такие туфельки, как у тебя сейчас, лодочки, закатала рукавчики и пошла гулять, да? Этот джемпер подойдет ко многим твоим вещам, вот, например, с этими же джинсами, с этими же брючками надела и вперед. И что мы будем с тобой еще мерить? Вот, у тебя же было ужасное синее платье, помнишь, про которое ты говорила, куда ты в нем ходишь? В кафе с подружкой. В кафе с подружкой. Вот у тебя теперь будет совершенно новый образ в кафе с подружкой. У тебя будет такая спортивно-провокационная футболочка, и сверху на нее будет надеваться вот такой парчевый золотой пиджак. И чтобы дополнить это на такой спортивной волне, у тебя будут вот такие спортивные джинсы, спортивные брючки. Mm-hmm. Примеряй, можешь остаться на каблучках. Ну? Круто. Круто? Знаешь, кого ты мне напоминаешь? Кого? Ты настоящая рок-звезда. Есть такое ощущение? Есть. Такой небрежный пиджак с широкими лацканами, золотой. Золото повторяется на майке, которая у тебя такая провокативная, с надписями, с каким-то питоном. И сюда можно добавить вот такой клатч. Куда ты так отправишься, скажи? С подружкой гулять. С подружкой гулять. Мне кажется, тебе захочется, получив такой гардероб, иметь больше подружек, ну, да, и поводов куда-то выходить. И мне уже хочется, я же готова оставшуюся половину выбросить своего гардероба старого. Здорово! Здорово, здорово! Смотри, у тебя появляется еще платье. Приталенное, из трикотина. Здесь уже не должно быть блестящей фактуры, да? Здесь уже есть принт яркий, цветочный. Такая лодочка. Ты, кстати, можешь его носить и так, и вот так. Девушки, не бойтесь носить платье, вообще экспериментируйте, носить многие вещи задом наперед. Вообще забудьте эти предрассудки, потому что я думаю, что оно будет и так, на тебя смотреться великолепно. У тебя появляется
еще один женственный такой сет. Это как раз леопард, которого ты испугалась. А, кстати, я с тобой согласна. Леопард – такая очень опасная штука. Он иногда так отдает в пошлости на дамах, у которых есть лишний вес, он смотрится очень громоздко. Все-таки леопард по природе задуман быть изящным животным, поэтому идет девушкам с идеальной фигурой, как у тебя. Поэтому тебе леопард вообще бояться нечего. И у тебя будет такой асимметричный топ с камнями. Это тоже тебе с подружками. И не только с подружками можно выходить. Осталось тебе еще сделать красивые волосы, сделать красивый мейк. И тогда действительно будет ах, и ты уже будешь предвкушать, как ты все это наденешь. Договорились? Так что мы с тобой увидимся в студии после того, как Юра и Женя добавят тебе еще больше красоты и лоска. Привет. Привет. Меня зовут Женя. Меня Лена. Очень приятно. Евгений Седой. Ультрамодный парикмахер. Расскажи мне, пожалуйста, какие у тебя были эксперименты с волосами? Ну, я стриглась коротко. Ну? И красилась только шампунями с оттеночными. Краской не красилась. Держи резиночку. Наверное, год назад я решила, что постриглась зря. И вот, решила отращивать волосы. Ну, а теперь носишь вот в такой странной косичке. Ну, да. А почему? Ну, потому что они стали плохо виться. Я тебе скажу, почему. Потому что они выглядят совершенно безжизненными. Они совершенно у тебя не ухожены. И для такой длины так, конечно, носить невозможно их. Но хорошие новости в том, что в конце нашего преображения ты будешь выглядеть модно, свежо и будешь очень красивой. Готова? Да. Все, приступаем тогда. Лен, сегодня мы с тобой будем использовать новую краску. Палет Salon Colors. Ее коллекция ультрамодных оттенков разработана при участии профессиональных колористов. И один из этих оттенков как нельзя лучше подходит для тебя, по моему мнению. Супермодный оттенок будет присутствовать на волосах очень долго, потому что краска по-настоящему стойкая. Все, мы с тобой закончили, Лен, практически. Нет, вы еще не закончили. Ну, мы почти Привет, закончили. Лена. Конечно, я Леночку еще поправлю. Здравствуй, тебя Женечка. В студии. Здравствуй, мой дорогой. Лен, пойдем учиться делать правильный макияж к новой правильной прическе, к новому а правильному цвету волос. Этот макияж. Придешь, мы тебе будем сдавать экзамен. Договорились. Все, Леночка, пойдем. Бегите. Далее в программе. Степень твоей контрастности немного изменилась. Это связано с новым цветом волос. Слушайте, это достойно для аплодисментов. Да, спасибо, да. Поаплодируем. Сейчас посмотришь, как выглядит цвет у модели на подиумах. Раз, два, три. Леночка, добро пожаловать. Ой, смотри, осторожно. Качаются. Ты потише дыши. Дыши ровно, спокойно, потому что мы сейчас будем практически заканчивать преображение, которое началось значительно раньше. Степень твоей контрастности немного изменилась. Что я имею в виду, ты увидишь через полчаса в зеркале. Поэтому мы можем делать более яркие акценты на твоем лице, и оно будет очень легко их выдерживать. Готова? Да. Давай начнем.
Леночка, как я тебе сказал в самом начале, степень твоей контрастности немного изменилась. Это связано с новым цветом волос. На что нужно обратить особое внимание? У тебя достаточно широко расставленные глаза. Поэтому, если мы делаем темный макияж глаз, открываю секрет, то темный пигмент в складке века мы должны наносить аж до внутреннего угла глаза. Для того, чтобы глазки не стали совсем близко друг к другу выглядеть, мы осветляем немного внутренний угол глаза, но, опять же, не контрастным оттенком. То есть не кипельно-белым, не ярко-голубым, не ярко-бирюзовым, а берем оттенок, который на полтона светлее, либо в тон с натуральным оттенком кожи. Помнишь, я акцентировал твое внимание на том, как важно прокрашивать ресницы абсолютно все, и внутренние уголки в том числе, и нижние, и верхние. Легкий акцент на губы, мягкая коррекция овала лица, то есть мы сделали его чуть-чуть уже, при этом сформировали идеальный овал. А макияж закончен. Я жду с нетерпением, когда же Женя уже ворвется в мою мейкап-студию, но его все нет и нет. И мы развернем тебя к зеркалу. Я очень хочу посмотреть на твою реакцию, на твой новый образ. А ты волнуешься? Да. Или тебе все равно? Ты сидишь за этой вдыхание. Где же нас Женя? Ну-ка. Снимай уже шапочку. Все-таки, Женечка, какой потрясающий, естественный и очень красивый цвет волос у тебя получился. Спасибо, Юра. Мне как нравится. Цвет волос очень красивый. Кстати, подержи, пожалуйста. Я забыл совсем. Я хочу тебе подарить то, без чего ты не сможешь поддерживать дома свой новый цвет или создавать не менее ультрамодный новый оттенок. Это палет Salon Color, новинка. В ее формуле содержится профессиональный микс пигментов, благодаря которым твой цвет будет по-настоящему долго держаться и будет оставаться насыщенным. Спасибо. И эта краска в домашних условиях помогает тебе добиться цвета, как у моделей на подиумах. Ну что, она, я предлагаю скорее развернуть Лену к зеркалу, чтобы она оценила результат. Я тоже хочу этого. Давай подержу. Ненадолго. Сейчас посмотришь, как выглядит цвет у моделей на подиумах. Раз, два, три. Ого! Да ладно. Просто капец. Слушай, Катя, эти праздники – это какой-то ужас, конечно, вообще. Я сижу, еле дышу. Все вроде бы на тебя сходится. Ну, вот, ничего, конечно, не мало. Хорошо, что есть программа питания на один день. Худеем за неделю. Рацион разработан диетологами современными. Это очень удобно. И скушала, и все. И чувствуешь себя хорошо, и находишься в хорошей форме. Ну и спорт еще, конечно. Прям каждый день. Леночка, встречайте. Круто. Леночка, привет. Привет. Привет, Лен. Ну что, красота? Да. Ты довольна? Да. Ну, рассказывай. Честно говоря, до появления моего здесь я уже думала, что разведусь с мужем. А когда Андрей помог мне, я уже не хочу разводиться вообще. А что, что Андрей сделал? Ну, во-первых, я поняла то, что в моей агрессии виновата только я. Мой муж не виноват в этом. Я люблю своего мужа, хотя раньше я только думала об этом. Слушайте, это достойно прям аплодисментов. Да, поаплодируем. Мне очень понравилось в Лене, что она была очень послушная. Когда я сказала, что и зачем же ты носишь вот этот вот ужасный свитер, помнишь, какие на нем были детали? Пуговицы, какой-то галстук, кармашки, бантики. Это все на одном свитере? Да. Все одновременно, да. И я Лене говорю: Лен, ты все это... Я так думаю, нет, не согласится. Говорю, а что ты из этого выбросишь? И она так решительно: вот это, вот это, вот это, вот это. Потом спрашиваю: выбросила? Что ты мне сказала? Ну, первую половину я выбросила до того, как я увидела свой новый гардероб. Mm-hmm. А уже после того, как я увидела свой новый гардероб, выбросила все. Ну, молодец. Я считаю, что это тоже заслуживает аплодисментов. Взять и выбросить все. Здорово. Лен, на самом деле, мне очень приятно, что Андрюша вправил тебе мозги, как мы любим выражаться. Ну и, конечно же, ребятам спасибо огромное за то, что тебя преобразили, потому что теперь ты поняла, что семья – это самое главное, ты любишь своего мужа, а еще и такой красоточкой к нему
сегодня придешь. Это вдвойне приятно. Но, Леночка, тебе нужно все-таки помнить о том, что ты немножко изменилась. Теперь ты выглядишь иначе. И иногда, может быть, от тебя это потребует чуть больших усилий. Я не позволю себе уже выглядеть как раньше. Молодец. Это ключевая фраза должна. Все, идем? Пойдемте. Который нужно акцентировать при новом макияже. Сейчас, подожди. Очень частая причина – западающий уголок глаза. Западающий. Слушай, ты придумал, да, такой? Все углы. Лена Савушкина. Лена Савушкина. Запись дубля. Ну что у нас? Люди не хотят со мной общаться, и я могу их понять. И вот если она приходит на свидание и так же себя ведет, я понимаю мужчин. Мне очень скучно жить. Благодарила, а потом назвала обманщиком. Я не могу сказать, что они меня предали, они мне просто не оказали какую-то поддержку вовремя. Ну, сначала душить буду, ну, как обычно. Потом пендаль. Так, твоя задача на сегодня – стать девушкой-пауком.